Каждую среду на площади Святого Петра проходит нечто особенное – аудиенция Папы Римского, которая привлекает тысячи людей со всего мира. Это уникальная возможность стать частью чего-то великого и духовного. С раннего утра люди выстраиваются в очередь, полные ожидания и надежды. Чтобы максимально насладиться этим моментом, я советую вам, дорогие друзья, прийти к площади Святого Петра уже к 7 часам утра. Это даст вам шанс пройти все пункты осмотра и занять лучшие места на площади, чтобы видеть каждое мгновение этой удивительной встречи. Когда часы пробьют 9 часов, вы станете свидетелем того, как Папа Франциск в окружении верующих и паломников проедет на своем знаменитом папомобиле по площади. Это не просто транспорт. Это символ близости и доступности, олицетворение того, что каждый из нас имеет право быть услышанным и понятым. Находясь на площади в этот день, вы сможете увидеть Папу на расстоянии вытянутой руки, почувствовать его доброту и духовную силу. Это событие оставит неизгладимый след в вашем сердце. Так что, дорогие друзья, обязательно приходите на аудиенцию Папы Римского в среду. Это шанс, который нельзя упустить. Ausay, we lost.